посещение крупнейшего фестиваля искусств Burning Man в американском штате Невада едва не обернулось трагедией для телеведущей Алены Водонаевой. Популярному блогеру пришлось провести 10 часов в машине, застрявшей в эпицентре песчаной бури. Дорога на фестиваль для Алены Водонаева и ее мужа Алексея Комова была долгой. Самолет из Москвы приземлился в Лос-Анджелесе, откуда пара на машине отправилась в пустыню Black Rock. Алена готовилась к поездке в Неваду. Еще в Москве телезвезда нарастила длинные волосы и покрасила их в ярко-розовый цвет. Все нормальные жены и матери вторых, а то и третьих детей заводят в моем возрасте, а я крашу волосы в розовый, нарастила неоновые ресницы, шутила звезда. Из Лос-Анджелеса ехали более 10 часов, однако самые крупные неприятности начались на подступах к месту проведения музыкального форума. На раскаленную пустыню обрушилась песчаная буря, при этом въехать на территорию было нереально. Организаторы устроили досмотр всех машин, в результате образовалась огромная очередь. По словам Алены, ни она, ни Алексей не думали, что им устроят такой теплый и радушный прием с таким хамским отношением к людям, заплатившим за билеты $2500. Они сталкиваются впервые.